Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 24 ноября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Атмосферное давление повышается к улучшению погоды. Река замерзла рябью. К теплой зиме. Совет рыбакам. Рыба клюет хорошо по перволедью, а также в тихую пасмурную погоду без осадков, с легкой туманной дымкой. А какая же погода ждет нас завтра, 24 ноября? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Высокая гора Демьянского района Новгородской области температура опустится до 2-1 градуса. Который день подряд идет снегопад. К счастью, завтра осадков будет гораздо меньше. В селе Высокая Грива Панкрушихинского района Алтайского края синоптики обещают минус 16 градусов. Снегопада завтра не будет. Встречайте солнышко. В селе Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области плюс 1 градус. Как сообщают синоптики, без осадков не обойдется. Будьте готовы к мокрому снегу. В поселке Высокий Ключ Трубчевского района Брянской области 0 градусов. На всякий случай, выходя из дома, возьмите зонт. Возможен дождь. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!